запись, и оно, наверное, да, уже пошло. Значит, вот что сегодня у нас будет в программе. Вот послушайте, что я придумала. Нами написанное послушать и почитать. И почитать и самим, и еще угадать свое. Это первый такой пункт плана. И, скорее всего, он даже будет состояться таким образом, что читать буду я. Потому что во втором пункте нашего плана будет прочитать свое или нашенское самим. Понятно все? Вы меня слышите? Потому что я уже смотрю. Да, все понятно, все понятно. Вот, эпиграфом темы я взяла вот что. Вот послушайте. Я нашла стихотворение Людмилы Губановой-Земляковой. Она сегодня, кажется, присутствует. Да. Хорошо. Мы согреем всех своим взглядом, потому что потому мы что с тобой мы с... рядом. Рядом. Потому что... Потому что... Почему он фонит? Почему фонит? Причем меня. Причем меня. Потому что... Валя, нас закрыли, что все микрофоны. Ну, а я должна тоже его закрыть? Нет, только ты одна, все остальные закрыли. А, так, тогда вот я не знаю, почему. Угу. Так, ну ладно, попробуем дальше. Если что, ну, в крайнем случае, в веб-комнату перейдем, да, Оль? Так, потому что потому быть что... вдвоем. Вдвоем. Счастье. Счастье. Никак не пойму. Никак или не пойму. Валя, все микрофоны выключили, кроме тебя? А вот я не знаю, вы все выключили микрофон? Валера, от твоего микрофона фонит. Все остальные нормально, а твоего фонит. Валерочка. Я отключаю на всякий случай. Давай. Валер, выключил? А, все. Давайте еще раз. Итак, эпиграф темы взят из стихотворения Людмилы Губановой-Земляковой. Мы согреем всех своим взглядом, потому что мы с тобой рядом, потому что быть вдвоем – счастье. Потому что мы вместим часть их. По частичке, по одной все сберутся, по сияющим глазам узнаются. Так сияйте все глаза разом и дарите миру свет, радость. Мир нуждается в таких взглядах. В ожидании мир притих. Надо ли? Надо. Надо изливать ясность. Подарить себя самих – то прекрасно. И мгновенье это стой в замиранье. Мир воскреснет, мир живой в обладании. Овладея, ничего не берите, овладея, все, что есть, раздарите. И вот эти вот слова «надо», «надо изливать ясность», «подарить самих себя», то прекрасно. Овладея, ничего не берите, овладея, все, что есть, раздарите. Вот мне захотелось, чтобы эпиграфом сегодняшней встречи были эти слова. Ну, в общем, просматривая стихи, надо же было, так сказать, приготовить содержание, у меня как-то так стало укладываться, что какие темы вообще мы все за все это время явили миру, какие темы. Мне прямо первое, что пришло, видимо, я листала стихи, я увидела тему поздравлений. Может быть, вы согласитесь с тем или что-то свое можете сказать. Тема любви как-то была у всех отражена. У нас были и юмористические темы. У нас были темы какие-то очень глубокие, философские, но мировоззренческие темы. И даже космические темы. У нас были темы на какие-то конкретные моменты. Как тихо падает снег, например. Но в любом случае, все равно погружение было, как у настоящих поэтов. Так, вот что же это у нас там такое-то творится? Так, посмотрите, пожалуйста, еще разочек, друзья. Валь, если ты подошла сейчас, я просто не вижу, кто подошел. Вот, то выключи, пожалуйста, микрофон, потому что вам меня все равно слышно, а так, чтобы не фонило. Не, надо было все-таки, наверное, вебку. Выключила. Куда делся Петр? Ну, для него тут такой сюрприз приготовлен, а он куда-то делся. Так, и вот послушайте. Ну, давайте вот начну с темы. С темы, так, подождите, а что я говорила, что даже, что бы мы ни брали, а, я говорила, очень сюрприз есть. Вот я буду читать стихи, короче говоря, есть такой интересный, ну, можно сказать, игровой, что ли, момент. Надеюсь, он понравится. И есть одна такая штучка, которая позволит убедиться в том, что мы поэты,
просто настоящие, каждый из нас. Ну, а сейчас вот стихотворение такое, тема поздравления. Валерий, с днем варенья. Ну, не так давно был Валерин день рождения, и пусть будет еще раз, и уместно. Валера, с днем рождения, где твое вдохновение? Счастье побольше в карманы, бодрости в походку, солнышко в улыбку, взбодрителя под ручку, усилителя в твоей озвучке. В общем, молодости, каждый день месяца 13-го отлистывает возраст назад, делая тебя краше, умнее, все еще энергичнее, смелее, бодрее, деловитее, еще каким-то, заново рождая, перерождая, нового в тебя качества добавляя. Ну, чтобы жить и удивляться возможностям, прям как в молодости, молодости, молодости. Целую, любя, я Валентина Мельникова, подруга твоя. Вот такое стихотворение. Так, а вот какое еще есть стихотворение. «Все только еще начинается, все лучшее впереди. А 13-е есть недоразумение? Да нет, у Валеры это день рождения. Вы не забывайте, спешите поздравить. Весной Валера забирается на трон, глаза лукавые сияют звездами, у ног его ромашки нежные, и незабудки не забудь, и колокольчики дзынь-дзынь лежат, и все благоухают. И в этот день все подарки для него и одного. Вас с днем рождения, Валера, поздравляют!» А это стихотворение Валентины Мешковой. Вот два таких поздравительных с них начали. А теперь пусть пойдет тема поздравительная, у нас не закончились, но где-то там, наверное, и будет. Вот я назвала так. Тема мгновения, а может быть, это и не тема мгновения, но задание такое – узнать, чьи стихи. Друзья, поразвиваем память свою, вспомним этот очень большой период, который мы были вместе с Ольгой, под ее вот этим видением, под отколдовыванием нас Ольгиными чарами, чарами поэзии, Ольгиным, ну, теплом. Хорошая. Но это же продолжится. Конечно. Все просто говорить, прямо грустно звучит. Что? Подожди, ничего тут грустного нет. Комплимент. Надо сказать вовремя, товарищу главному. Было и будет. Правильно. В моей всегда был бестолковым. Чье стихотворение ваша задача угадать? Пел на горшке, доселе вспоминают. Чтобы задеть, на этом все играют, но не знают, что песни те и до сих пор звучат и для детей, и даже для правнучат. Я на горшке разрушил все оковы для всех на свете, для котят и для крольчат. Те песни на горшке как будто снова поют, звучат, кричат. Чье стихотворение? Правильно. Я бы сказала, Валерина. Понятно, чего. Верно. А я вижу, Наталья написала Валеры. Так, она в чате там. Теперь смотрите дальше. Веселый. Ха-ха. Веселым, красивым, надежным и нежным мужчины подарят цветов белоснежных, подснежников или тюльпанов, роз или всех вместе. Ведь нами неотразимыми становится мир чудесней. Мы ж улыбнемся, душой встрепенемся, вдруг вспомним, что нравимся, что мы любимы, красивым весенним настроем настроимся, мужскими улыбками станем манимы. Ну а это чье? Ну, твое, говорите, конечно. Ух ты, угадали, товарищи. Наташа тоже, он вижу, пишет Валя. Ну, как же. Так, а вот сейчас, ой-ой-ой, мне кажется, не угадаете. Она наряжалась неторопливо, один за другим лепестки примеряя. Безвкусно, неплохо, старо, некрасиво, шептала, росинки с бутонов роняя. А он день за днем ее ждал терпеливо. Пусть розовый будет невинность, надежда, а может банально, а вдруг примитивно, а с тенью лиловой, сиреневой и нежной. Зачем так возиться, ведь это наивно, приписывать столько значения одежде. Но так же медлительно, неторопливо смотрелась она в зеркала невидимки. А белый, а красный, а цвет спелой сливы, а может с оттенками мартовской льдинки? Да, это к лицу, несомненно, на диво. Мгновение последнее перед дебютом, и, хрустнув, раскрылось окошко бутона. Из грез и видений явилось как будто тому, кто так ждал без ворчания и стона, и принял как дар ту явление минуту.
Стихотворение, ну, я уже увидела. Ольги Грибановой. Верно, Ольга Грибанова. Ну, вы вообще все знаете, так даже неинтересно. Ну, дальше смотрим. А за окном свет лунный, кружится лист одинокий, две чашки кофе пред нами. Отзвук гитары струнный, шелест звучит легкий, и разговоры глазами. Вкус кофе с горчинкой, грезы тайные от ожидания, ловишь слезу соленую. Увлекся слегка блондинкой, юность нового очарования, мысли поймал потаенную. А это чьи стихи? Это Вали Мешковой. Вали Мешковой. Ну, прямо хочется, вот, друзья, ну, браво и аплодисменты, правда? Ну, красота неимоверная. Смотри. Да, замечательно получилось. Лечу, парю над суетой, а суета пыхтит и злится. Не опуститься бы на нишу суеты, где можно быстро заблудиться. А это кто? А вот это Таня Ярошенко. Вот это ее дебют. Поэтический. Да, Татьяна Ярошенко, блестящий. А в марте солнце... Дружок, иди-ка сюда, Максимочка. Скорее стихотворение прочитаешь. Здесь есть... Так, ну вы прям, ну все знаете. Здесь есть у нас два поэта. Тоже у нас, можно сказать, дебют. Максимка, ну быстрее, люди взрослые ждут. Пожалуйста. Да без тапок беги. Так, ну я так пока предисловие расскажу. Я увидела, что Максим вдруг начал что-то писать. Он, оказывается, в Яндексе нашел какой-то текст, несколько строчек про весну. Мне так понравилось, вообще мне инициатива понравилась. Он говорит: бабушка, давай стихи сочиним. И я вас уверяю, я потом скажу, какие строчки точно принадлежат ему. Подожди, сейчас нам микрофон. Спасибо, читай. Максим, привет! Привет! Привет, Максимка. Вот отсюда. Ты наизусть знаешь. Ну, давай. А в марте солнце светит ярче, а в марте птички веселей. Становится нам в шубах жарче, зато и снег тает смелей. На детские площадки спешат детишки, и даже если дома ждут их книжки, на улицу зовет всех солнце, а в лужах блики, солнышко сидят на тронцах. Мечтать, пора нам начинать о новой жизни и веселье, и бабушка моя уже посматривает на качели. Ай, молодцы. Просто замечательно. Да. Отлично, просто. Правда, читал. Но Максим нас... молодец. Так, да, и вот прям, знаете, действительно, сейчас скажу, какие строчки ему принадлежат. Ну, по-моему, про птички веселей. Еще, по-моему, про площадки, но однозначно. Мечтать пора нам начинать о новой жизни и веселье. Вот это принадлежит ему. О, да. Философ. А еще, а в марте солнце светит ярче. То есть он задал тон именно про март. Вот как-то вот пошло. Так, дальше. А теперь снова, вот смотрите. И заодно вспоминайте. Просто, ну, я вообще хочу, чтобы вы, наверное, попали в то же состояние, в какое попала я, когда я увидела, боже мой, какая махина нами проделана. Вот смотрите. Узорами поземки нежится зима. Владыку сердце чувствует сама. Стремится вдаль влюбленная метель. Белесым ветром стелится постель. Танцует пухом легкая снежинка. И вот стоят великие сугробы. Собой любуются вельможные особы. Это уже твое. Варя Мешкова. Это у нас Варя Мешкова. И посмотрите, какие, ну просто, стремится вдаль влюбленная метель. Ну, то есть вот, ну читаешь и вот просто ахаешь от этой красоты. Так, друзья, тут как-то, наверное, случайно, вы меня извините, потому что опять я вижу мое. Ну, чтобы тут уже не перескакивать, да, очень красиво, Наташа. 3000 лет я скользила по жизни. Я кем-то была, кого-то любила, кого-то молила, кого-то простила. Кому-то дарила, кому-то мастила мосточки. Так было, кому я растила цветочки.
чья я извечная дочка. Кто любит меня так навечно, кто хочет и видеть, и знать меня вечно, кому я так люба, чьего сердце дорога, с кем чувствами схожа, а может, вдохнула в кого-то любовь я сама. Сама, а может, он сам 3000-летно в поисках моего порога. Ну, это я уже сама созналась, что это мое стихотворение. Оно как-то меня саму удивило в тот момент, когда я его начала сочинять, а вдохновило меня на него вообще что-то, спасибо, что-то вдохновило изваленного, вот философичного. И как-то оно все время перекликается. Кто-то, по-моему, мы так любуемся и так радуемся, когда что-то появляется у нас, вот в этом нашем чате, написанное нами. И обязательно что-то раз, и потом оно откликается, и пошли дальше. Вот теперь смотрите, чьё. Угадывайте. Когда приходит зима, без приглашения, сама, а с ней подружка метель укладывает землю в постель, и прекрасная снежинка в ней кружится, как пружинка, опускаясь на сугробы, вмиг рождающаяся особо. Не нужно горевать, а лучше петь и плясать. А это чьё? Ольга Грибанова. Наташа. Наташа Бурман, да. Так, ну тут я прямо смотрю, как же это я так обнаглела. Опять смотрю моё. Обнимала, нет, целовала я тебя в мыслях. Вспоминала, нет, представляла я глаза лучистые, душу. Доверяла тебе, доверяла. Сердце, слушай. Слушай, сердце моё захлестнуло. Захлестнула любовь моя. Мою душу она развернула, нет, разверзла. Я вся твоя, вся в любви я твоя, но шагнуть не смогла, не посмела я. Ну, это мое, я уже созналась. Вот теперь смотрим еще. Взгляни глаза в глаза. Спасибо. Взгляни глаза в глаза любви своей, и все сомнения пройдут. И ласково, и нежно, будь ты посмелей. Лучистые глаза не зря влекут. Давайте еще раз прочитаю. Взгляни глаза в глаза любви своей, и все сомнения пройдут. И ласково и нежно, будь ты посмелей, лучистые глаза не зря влекут. А это у нас стихотворение. Что, никто не угадывает? Это лично тебе было посвящено. Даже если вот точно заговорила автор. Да, Валя. Замечательно, молодцы. Да. А вот теперь смотрите дальше. За окном темно, лишь луны пятно. В доме спят давно. Тишина вокруг, только сердце стук, циферблата круг. Стрелок тихий бег, длится целый век. Нескончаем снег. Уж пора уснуть, задремлю чуть-чуть. Под ногами путь, а куда идти? По тому пути не скажу, прости. А это чье? Валерина. Это Валерина. А еще какие мнения будут? Нет, не мое. Да, точно не Валерина. А это, друзья, Ольга Грибанова. Вот такая философия, такая, ну прям вот глубина сердца излила и все. И вот после... И очень кратко. Да. И вот после этих, ну, действительно, вот краткость, как там, примета таланта. И вот после этих строк мне захотелось вспомнить эпиграф. И вот я прям тут его пишу у себя. Надо изливать ясность, подарить самих себя. То прекрасно. Ну, как-то, видимо, вот почему-то вспомнилось после Ольгиных стихов. Вот придерживаемся эпиграфу. А вот теперь смотри. Ой, смотрите. Свечей горящих тусклый образ. Ты говоришь мне о любви? Твой голос слушать я готова. Приятны мне слова твои. Огонь свечи вдруг встрепенулся, ты улыбнулся вслед за ним, и ярким стал их отблеск смелый, душой любви воспламенев. И я засыпалась словами, и искры глаз затмили вечер. Как хорошо, когда ты рядом, ты попросил, погасим свечи.
А это, скажите, попробуй вспомни. А это стихотворение, друзья, мое. Но оно вот из тех еще, видимо, ранних-ранних, может быть, даже когда у нас чат еще и не назывался «Сложение стиха», я не знаю, но я когда увидела, наткнулась у Ольги на сайте, все стихи у Оли на сайте, за что большое ей спасибо, как за эту энциклопедию, которая все хранит, вот, то просто очень как-то удивилась. Да. Так, ну и тут еще четверостишие. Может быть, было, а может и не было. Может, скользишь ты, а может, намеренно. Взбрызнуть мне счастье задумал, согласна. Я – это я, а рядом ты – ясно. Но это четверостишие мое. Слушаем дальше. Угадывайте. Тех давних свеч, тот тусклый отблеск. Спасибо. Давайте. Тех давних свеч, тот тусклый отблеск, печальных песен тихий отзвук, воспоминания наводят и уводят в несбыточные сны далекой той весны. Вот не сбылось, а ведь хотели сбыться, но пусть хотя бы снятся и отзвук, отблеск, и она пусть снится. А это Валера. Это Валера. А вот теперь да. Попробуйте угадать. Белеет парус чистого листа в тумане мыслей мутных и невнятных. Вот досчитаю я сейчас до ста и напишу две строчки вам понятных. А это у нас Петя Дубинский. А это Петр Дубинский, точно. Это было, по-моему, единственное его стихотворение. Ну зато какое. Ну зато какое, точно. Так, а вот еще сейчас посмотрю, кто ж тут у меня будет автором, чтобы опять на себя не нарваться. Нет, не я. Так, читаем. Белеет парус чистого листа, и я машу, машу с высокой кручи. Возьми меня туда, где смотрится звезда, в крутой и влажный бок волны. Возьми туда, где ветром приключений правит случай. Там кто-то вновь кого-то полюбил, но без взаимности. Так даже интересней. Там сыщик преступление раскрыл, утер слезу, скупую крокодил от восхищения соловьиной песней. Еще там каждый день спасают мир от темных сил. Чем дальше, тем темнее. Там злато в сундуках блестит, как в супе жир. Неведомым богам усердно служит клир, и интеллектом блещут мухи, рыбы, змеи. Ах, жизнь без приключений так пуста, что жажду утолить удастся нам едва ли. Машу, машу, но падает звезда, белеет парус чистого листа, и уплывает он в неведомые дали. Какая прелесть! Какая прелесть, да. А это стихотворение. А это стихотворение не угадываем. А это, друзья, Ольги Грибановой. И оно мне показалось. Оно показалось мне два раза по-разному в одних местах. Сначала показалось в чем-то ироничным. Вы посмотрите-ка, у нее утер слезу скупую крокодил от восхищения соловьиной песней. У нее там интеллектом блещут мухи, рыбы, змеи, да? У нее от темных сил каждый день кто-то что-то спасает. Вы знаете, в такой красивой, глубокой, поэтичной форме мне показалось, что Ольга передала вот какую-то чуть-чуть иронию, где-то немножко о нашей суете. Но главное, эта мысль не в этом, а главное, она вот в этой красоте случая, нашей жажде вот каких-то приключений, энергии жизни. Ужасно красивое стихотворение. Ну вот как Ольга сочетала... Это чисто по-русски сказано. Да, но оно не случайно пошло. Вот у Ольги сочетается вот это, где-то чуть-чуть ирония с этой глубиной, видимо, и у меня. Ужасно красиво. Вот два несочетаемых, казалось бы. А вот теперь... А теперь из серии поздравительных. У нас тут товарищ Ярошенко присутствует.
не знаю, не из самых лучших стихотворений хотела чисто для Татьяны. Она ворвалась, как солнце сквозь тучи. Она ворвалась, как ветер могучий, и свежий, и радостный, и великолепный. Картины, и музыка, и мысли, и виденья затронули душу. Татьяну с днем рождения! Счастья всем нам! И Татьяне, конечно же, всем трудолюбие, как у Татьяны, ее вдохновение, отзывчивая и добра, чутка и открыта, гибка, любознательна и щедра. Татьяна, мы ждали в жизнь нашу твоего визита. Так, ну это я. Теперь угадайте, чье стихотворение. Спасибо. Да не казни себя, забавы, мол, не те, тебе не вмочь, а я того не стою. Да мне б тобою лишь наглядеться в темноте, мне б этого с лихвою. Угадаете, чье? Ну, прочитайте еще раз. Мне кажется, я его не так красиво прочитала, как оно достойно. Как, так не, да не казни себя, забавы, мол, не те, тебе не вмочь, а я того не стою. Да мне б тобой лишь наглядеться в темноте, мне б этого с лихвою. Это, друзья, стихотворение. Ну, какие-то есть предположения? Валентина, по-моему, нет? Или Варя Мельникова? Это стихотворение, друзья, Веры Горд. Я вам говорила, что будет сюрприз. И вот он вот для чего. Он вот для чего, чтобы вы просто убедились. Но я думаю, что однозначно Веру Горд все воспринимают, ну, просто как великую какую-то, ну, настоящую поэтессу, я бы сказала, нашего века. Вот. И когда вдруг вот это стихотворение вписалось так, что я даже подумала, что будут думать, а чье оно, ведь насколько это нам даст понять, что, друзья, Вера верой, но и мы не лыком шиты. Наши стихи-то тоже какие. Вот в одном ряду она стала, и можно даже и поломать голову кто-то из наших. Ну вот есть еще тема стихов, которыми поделились. У нас часто делится Валя Мешкова. И я захотела это стихотворение тоже взять. Вот смотрите, какое красивое. Буду я красивый, симпатичный, чтоб все мужчины мне смотрели вслед. Буду я домашний, публичный, но чтоб не догадались, сколько лет. Буду сладкой женщиной и милой, и чуть капризной, нежной, дорогой. Легкой, модной и неповторимой, ответственной, цветущей, молодой. Буду доброй, ласковой и светлой, не слабой духом, верной, чуть шальной. Буду гордой, непокорной, смелой, искренней, душевной и родной. Буду я прекрасной и счастливой, и ничего не попрошу взамен. Радостной, прелестной и любимой, ах, как я жду, поверьте, перемен. Стихотворение Карповича. Поделилась с нами Валя Мешкова. А вот теперь я решила усложнить задачу и сделала по две строчки из стихов. Да, замечательное стихотворение. По две строчки из наших стихов. Наша задача угадать по стилю или как уж не знаю. Ну, признаком старости называют не вдохновение. Я бы сказала об этом так, а счастье к забвенье. Кто помнит? Это точно, твое. Точно, это мое. Дальше. И я забуду боль, и я забуду боль обиды и утраты, и тех, кто предо мною виноваты. Не помню. А это, друзья, Ольга Грибанова. Ой, да, Оленька. Да. А дальше. Охвачен мечтой очень быстро. Охвачен мечтой очень быстро. Звук песни там будет простой. А это Валя Мешкова. Тоже вот посмотрите, вот по две строчки вот выхватываешь из стихотворения, а прям вот песенность, поэзии пронизано все. Так красиво. А я вдруг ответила, стать китаянкой с глазами китайскими и с губами. Это твое. Это мое. Дай мне, Боже, силы и чуть-чуть смирения для преодоления этого смятения.
А это, друзья, Валерий Гусаров. Я жду, когда луна из плена вырвется. И, наконец, вот серп на небе смотрит вверх. Так, а что-то дайте-ка я взгляну. Я приглашала Александра Шпренгера. Откликнулся он. Он что-то, вижу, написал. А, мне уже пора спать. Ну, тогда ладно. А он где живет? В Казахстане. Так что... А, у меня тоже 11:30. Ой, лапочка. Ну, что делаешь? Селяви? Нет уже. Если я могу ему помочь любовью, лучше уступлю. Спокойней будет день и ласковей ночь. Да. Это из моего стихотворения. Спасибо Ольге Грибановой, что размещает у себя на сайте. Потому что когда видела, когда увидевала все это, прямо ахала. И серии, боже мой, как просто забыто. Так, а вот и вверх, и вниз, и вверх по склону легкая прогулка. Звенящий детский хохот раздается гулко. А это мое. Это Валя Мешкова. Угу. Так. Поют пускай влюбленные коты, приошалев от вашей красоты. Валерина, наверное. Это Валерина. Я зажгу свечу душой без спичек. Вот всего одна строчка, правда? А это Ольга Грибанова. Вот еще. Да. Но согрелся странно я в ночи ее лучом. Мне открылись тайны. Ну к чему? Зачем? О чем? Ну, прям вот, ну, тоже необыкновенно. Но согрелся странно я в ночи ее лучом. Мне открылись тайны. Ну к чему? Зачем? О чем? Это не Наталья Бубен? Нет, это тоже Ольга Грибанова. А вот, друзья, юмор. Вы справились все на отлично. Так, юмор. Ну как же так? Неделю ждал. Вот блин же, зарыдал. Цыц, Валерочка, не плачь, я куплю тебе калач. А калач тут ни при чем. Бах тебе тем калачом. Молодцы. Молодцы. Это из сегодняшнего. Так, ну и новинка дня. Валер, не знаю, прочитаешь сам? Потому что я тут это все сюда. Да, у меня есть что прочесть, чем поделиться. Мне очень хотелось бы несколько стихотворений прочесть. Валерочка, оду киту прочитаешь сам, потому что у меня тут стоит... Сам, парень. Конечно. Все. Конечно, сам. Давай. Так, а где она у меня? Не знаю, я могу тебе ее сейчас быстренько скопировать и прислать в чат. Нет, нет, есть. Нашел, есть, да? Ода киту, нашему клубу. Душа не знает времени и сроку, с космическим пространством говорит. Не верит наш заразный, славный кит ни возрасту, ни дуракам, ни року. Нас многим не понять незараженным, но и живите глупо напряженным. А кит все океаны бороздит и фонтанирует, на то и кит. Его всевидящее лазерное око центавра Альфу в легкую узрит. Ни возраста, ни дали и не срока, помех ни капли, так живет, поет наш кит. Так, отлично. А я еще вот тут новинку от Валеры. Пускай стечет всех неурядиц муть и развернется вздохом светлым грудь. Ну, я так назвала новинка пожелание. Пускай стечет всех неурядиц муть и развернется вздохом светлым грудь. Так, Валерочка, есть у тебя... Это я не помню, это когда это было-то? Не так давно. Сегодня. Понятно. Давайте я вам еще кое-что начитаю. Ну, очень хочется.
Да, только ты еще имей в виду, что у нас еще Наталья Бурман должна прочитать свое стихотворение, и еще кое-что есть в программе. Ну, я не так много. Ну, да, это я к этому сказала, что сориентируйся, вдруг там ты поэму будешь читать. Нет, я тут затеял цикл названием «Вечные сказки любви». Вот, и две миниатюры из них я вам зачитаю. Давай. «Душа моя, — Амур сказал, — Психея нежно улыбнулась. Душа твоя уже проснулась, и вновь с тобой. Ты привязал меня такую нитью нежной, и ночью так ласкал прилежно, как будто стали мы единой кровью. Мы это назовем любовью». А следующая миниатюра. «Изольда, это просто невозможно. Такое единение сердец. Ну, обними, Тристан, мне больно и тревожно. Да, обнимаю, мне теперь конец. Но что ты, милый, это лишь начало. Целую рыцаря, конечно, замолчала. Все пустяковые слова минуя, жизнь новую всем этим знаменуя». Ну, браво нашему поэту. Вот такие две миниатюрки. А правда, еще, и еще тоже из средневекового. Представьте себе, она на балконе, а он внизу под балконом. Ну, хотя бы Ромео и Джульетта – это основа-то практически получается. Ну, в принципе, да. Да. Базовая, если брать. Угу. Дуэт. Она. «Я не могу сказать, что я тебя люблю. Меня ты злишь и сердишь ежечасно. И разорвать пытаюсь я напрасно мне сердце захлестнувшую петлю». Он. «Я не могу сказать, что я тебя люблю, но я тобой сегодня околдован, твоей улыбкой нежной очарован, всем сердцем звуки голоса ловлю». Она. «Я не могу сказать, что я тебя люблю, я просто поминутно вспоминаю твои глаза и об одном мечтаю, когда свою я жажду утолю». Он. «Когда свою я жажду утолю, так ненасытна страсть, неутолимы муки, сказать тебе, что я тебя люблю, наверное, соврать, но я целую руки, столь нежные ко мне, столь беззаветно, ласкающие мягко и тревожно, наверное, нежнее невозможно. И постепенно, как-то незаметно, я привязался, я себе велю забыть и равновесие обрести. И не пойму, люблю или не люблю. Все, ухожу и не могу уйти». Она. «Я ухожу и не могу уйти. Все непонятно, все тревожно это. И трудно напрочь это отнести». Он. «Какого ждешь ты от меня ответа? Я без ума и не найду совета, как с этим быть, не знаю я, прости». Она. «Не в силах я хоть что-то изменить. В ткань мира парки вткали мою нить». Он. «Но я же где-то рядом, в этой ткани. И я люблю, тоскую о тебе». Да. Интересный ход. Ну, это как бы в духе средневековых. Да уж. Валер, знаем мы эти ваши средневековые. Ну, а еще, если позволите, последнее. Весеннее. «Сердце бьется чувством в такт, чувство в такт весне. Смерти нет, есть лишь антракт,
в странной пьесе сне. Есть движение, остановка, поиски в вине, ложь в рекламной упаковке, где-то честь вовне, здесь буфет во всяких смыслах, где-то вдалеке. В дальних тех годах и числах, голо налегке, там бродилось мне беспечно, сердце билось в такт, остановка не навечно, кончится антракт. Гаснет свет, и в зале тихо, флейта зазвучала, и герой влетает лихо. Действие начало. Да. Тоже Наталье, наверное, Бурбан это понравилось. Ой, у вас вообще замечательно. Да всем понравилось, Валер. Очень да, хорошо. Все подряд. Ну все, я микрофон отключаю. Я могу, конечно, бесконечно читать. Такие люди в Голливуде. Да, я тоже могу читать бесконечно. Это точно. Наташ, ну ты давай свое сегодняшнее новинка называется. Рубрика «Новинка». Да, совершенно новинка. Просто вот буквально перед самым-самым нашим, перед самой нашей встречей появилась. Вчера скачала картинки, думала, вот надо на эти картинки что-то сделать. А сегодня что-то поговорили, посмотрела, почитала опять. Поняла, о, надо вот как раз и сделать. Так, вот слушайте. Ой, здравствуй, рыжая лисичка. И тебе привет. Куда спешишь, красавица-сестричка? Ах, на обед. Возьми меня, соловушку, с собою. Я пением слух твой буду услаждать. О, нет, от пения твоего мне только беды ждать. Сбегутся люди на твое сладкоголосье, и прощай обед. Ну, в общем, некогда, шевелятся колосья. Сюда идут, привет! Привет, привет. О, это ж леса фея спешит сюда. Так полечу навстречу к ней ей. Стой, ты куда? Мелькнула и исчезла, как вода. На солнце испаряется, так и она мгновенно превращается и облачком вращается, и нет ее следа. Стой, божья коровка, я хочу с тобой на перегонки летать. Ну-ну, не хмурь же бровки, что, вам не подстать? Ты тоже на обеде, как лиса? Нектар цветка уж беден, его краса достойна новой песни. О, чудеса, я вижу, с кем сравнятся лишь небеса. Стой, бабочка, ты нежность, зари дня, ты таинство безбрежность, ты волшебство огня. Из груди моей уж рвется песня, тебе прекрасной я ее дарю. Пой из поднебесья, пою из поднебесья, и мы с тобой уж в новую зарю влетаем вместе. Вот такой. Прелестно, хороший стишок, ну, и даже для детей годится. Друзья, просто браво. Великолепно, Наталья. Замечательно вообще. Спасибо. Так, есть у нас еще кто стихи приготовил прочитать? Валь. Так, Валя молчит. Так, давай. Я поздно увидела все это. Так, ладно. И так, слава богу, что собрались. Правда, друзья? Так, хочется... Хотите, я еще прочту? Давай. Еще есть несколько. Давай. Но у меня тоже еще чуть-чуть кое-что в программе есть. Давай. Когда мы забываем, кто мы есть, когда завалено дурацкими делами, давайте перечтем благую весть, услышим генную тождественность с богами. Когда мы чувствуем, что все в тартарары, когда потеряны последние надежды, давайте вспомним, есть еще миры, где мы навечно, изначально вежды. Где сердце бьется радостно и в такт, звучание солнца, песни и любви. Там, где любовь не сексуальный акт, а нечто большее. Привет, привет, лови. Там, где мы были много-много раз, когда ответов всех еще не знали, где каждый час там предрассветный час, где сон есть явь, где мы коней купали, где наслаждались просто тем,
что есть, где крылья ангелам мы в легкую лечили, где в сердце жар, любовь, добро и честь, и Чили там страна, не соус Чили. Я все еще хочу втащить сюда хотя бы часть увиденного там, где что, но что-то исчезает без следа, коту под хвост и всем другим хвостам. Хочу вернуть начало всех начал, надежду человечества, сердечность. За воспитание пока я отвечал, ну а теперь приходится за вечность. Я рад тебе, ты как? Там все в порядке? В порядке все. Люблю, и я люблю. Сейчас сижу, еще пока на грядке. Ну, хочешь, я арабику смелю? Ой, Валера, как я люблю этот твой стих. Просто перелетаю, когда слушаю. Ага, особенно концовочка. Хочешь арабику? Так, вернул к жизни. Стих потрясающий, Валера. Потрясающая, Валера. Я тоже, знаешь, о чем подумала? Ольга прям созвучно мне сказала. Я подумала вот о чем. Почему я, почему я его не знала? Или, может быть, когда-то давно ты мне давал, но я же говорю, если я свои-то стихи, вот что-то Николаевич написал, если я свои-то стихи, когда у Ольги увидела, удивилась, ну, поэтому я так придумала. И думаю, что я правильно сделала. Посмотрите, какой я сборник. Ведь уж мы успели позабыть про все эти наши. Но единственное, что как-то вот можно было, может быть, даже и не совсем спешить. Я так думала, хоть на полчаса соберу, поскольку не я тут главная, вот, а Ольга. А оказалось, что все нормально идет. Давайте я вот какое, что я сделаю сейчас-то. Вот стихотворение Людмилы Земляковой, с которого мы начали, оно ведь, я его прочитала не до конца. Послушайте его дальше. «Приумножится тепло, к вам вернется. Вам любой посмотрит вслед, обернется. Моя красивая, моя хорошая. Плохое все твое уходит в прошлое, а каждый новый день теплом заполнится, избавит от невзгод сердечко, солнышко. И каждый пусть идет своей дорогою, он движется вперед, его не трогаем. Мы можем одарить своим примером, в себе других омыть так между делом. Ведь чистый-то сосуд, он промывается, он никогда плохим не засоряется. Неси, неси свой свет. С тобою, солнышко, и бед их вовсе нет, и все исполнится». Вот такое стихотворение. Ну, может быть, стоило было его и заново сначала прочитать, но я вот его концовку. Наполненная какой-то, ну, необыкновенной любовью, теплотой, вот пожеланием, ну, прям вот пожеланием любви, счастья, ну, всего. Ну, такие замечательные стихи. Тоже у Ольги на сайте. Так, ну, как бы у меня почти все, кроме домашнего задания, которое я дерзну дать от себя, а потом даст Ольга. Так, Валя, значит... А. Напоследок одно можно? Давай. Для всех. Спасибо, Бог, за мудрость и таланты, которыми ты можешь одарить. Спасибо, что грехи в небесном банке все можешь закрыть и погасить. Спасибо и за счет, что предъявляешь, и что отсрочки нам порой даешь. Спасибо, что ни в чем не обвиняешь, а в совести нам нашей весть несешь. За прожитый с тобой день спасибо, за воинство небесное твое, за то, что меньше делаем ошибок, и что тобою мужество дано. И нежность, и любовь, добро и ласку, начало без конца, из тлена жизнь, что есть всегда с концом хорошим сказка, что есть у нас ты мудрый поводырь. И мы с тобой все бессмертные духи, и нам всегда подставят то крыло, чтоб снова устремились, нас здесь учат. И жизни сколько надо нам дано, что есть кого благодарить, спасибо, что видим этот чудный яркий свет. Спасибо, что ты все нам щедро выдал, упростив все изрек. В тебе я есмь. Благодарю. Владимир, спасибо. Замечательно. А можно мне еще? Давай.
Это никто еще пока не знает. Даже Оля не знает. Сейчас. Называется «Пробуждение». И свежестью наших утренних мыслей наполнимся песнями птиц. На завтрак там что-то, похмелку отчисли. Я жду много радостных лиц. Ой, что-то не так в королевстве моем. Проснулись не все и сонные ходят. Кричу, тормошу. Мы ведь радость поем. Сонные бродят, бездумно, бессмысленно вроде. Я сам еще сплю, и радость приснилась, помнилась радость про птиц и про песни. Молодец. Вот такое. Очень хорошо. Ну что, можно я тоже прочитаю тогда? Ой, я не свое прочитаю. Давай. Это, ну вот она, мы с Валерой ее хорошо знаем. Но она давно уже не показывается в скайпе, она занимается своими делами офлайн. Очень интересная молодая девушка, женщина, Олеся Борисюк. Ага. У нее замечательные стихи. А я у тебя сегодня, Оль, видела, и ее да? тоже видела. Да, я просто когда потом посмотрела, думаю, она в чате редко бывает. И да, я, да. я не знала, сколько по времени это займет. Думаю, ну я тогда пока не буду брать тех, кто... Но она вообще давно в скайпе не заходит. У вас с ее стихом. Слушайте внимательно. Мне так привычно быть на перекрестке, лицом порывы ветра принимать, судьбой снова в камушки играть, их разноцветием и сиянием наслаждаясь. Мне так привычно жить на перекрестке, ведь каждый путь поведает ответ. Вопрос немного, что есть тьма, что свет. Я эту тайну в свое время разгадаю. Всю жизнь свою живу на перекрестке. Я покажу набросок робкий свой, всего того, что хочет жить со мной. Я верю, я живу, я проявляюсь. Я обустроюсь вновь на перекрестке. Польют цветы и на виду уют. И точно знаю, что меня ведут. И духу истины я в сердце доверяю. Мой отчий дом стоит на перекрестке. Ласкают его крышу 7 ветров. Давно закрыты двери на засов. Я знаю, знамя рода гордо поднимаю. Я засидела здесь, на перекрестке. Пора мне дома розы поливать. Когда черед настанет выбирать, сюда вернусь я, если вновь потянет. Ну, прям вот браво. Вот все время хочется поаплодировать. Вот такая молодец. Очень жаль, что она вот теперь редко очень бывает, но вот у нее теперь дела большие в реале. А, ну, появится еще, я появится. Надеюсь. Так, я уж теперь даже и не знаю. Как-то мы только, по-моему, разогнались. А я еще хочу прочесть, можно? Давай. Не знаю, как назвать, то ли верлибр, то ли стихотворение в прозе. Ну вот, хочется это прочитать. «Гроза и дождь». «Гроза и дождь» – вот еще из многих чуд жизни. Я стоял под дождем, наслаждался свежестью дождя и чуд. Слева голубое небо, рядом белоснежные облака, и пролетала птица на фоне голубого неба, потом через белые облака, потом под дождем. И я стоял и промокал насквозь, ожидая возврата птицы. Гроза ей не помеха, часть жизни. Она вернулась и снова пролетела, как моя душа, как моя жизнь, как обещание. И подставил я свое плечо радуге
и послал привет той птице, и восславил облака, грозу, дождь и радугу, по которой можно лезть в небеса. Здорово, молодец. Здорово. Чего-то я не помню такого. Это было опубликовано? Нет, нигде не было. Так, давай мне сюда текст сейчас же. Сейчас пришли. Ну, приходи еще там где-то держит у себя. Давай мне сейчас же. Вот Валера и попался. Попался. Итак, ну вот не знаю. Давайте вот что открылось первое, то открылось. Да, давайте прямо сюда в чат. Гроза и дождь. Давай. Людмила. Все, послал. Губанова-Землякова. И снова космос проверяет нас. Способен ли ты жить без раздражения? И ты живешь и светишь каждый час. И выбор есть – горение или тление. Ты над собой победы одержи. Есть рай и ад, и ты их здесь создатель. Коль в раздражении, есть на то врачи. А коль в терпении – рая обладатель. И вот рисуй тот рай и представляй, сквозь тернии одна дорога к звездам. Все по местам в покое расставляй. И босиком пройдешь по звездным росам. Ну правда, клево. Хорошо. Да. Так, где-то вот тут еще видела Наташа. Наташа Бурман. Что-то сердце встрепенулось вечеру. Чует, милая, за гранью, что в бару. Ходит Витязь одиноко, близко он. Знает дева, ее око видит сон. Сон тот явью обратился. Он пришел, деву милую родную здесь нашел. Ну, такое просто вот чудное какое-то. Ой, Наташа, как у тебя хорошо получается вот эти вот на русскую тему. Да, вот как... Ну, просто изумительная красота. Просто изумительно. Да-да, очень славно. Я, друзья, даже и не знаю, что еще. Что-то я так по времени надо было мне... Хорошо, так у нас пошло. Давайте я дам домашнее задание, а потом Ольга, может быть, еще даст. Ну вот, значит, дайте-ка я что-то тут придумала. Посмотреть на страницах какое-то стихотворение, свое или чье-то, которое захочется прочитать или... Ну, или предложить прочитать, например, там, Валерии или мне. Ну, мало ли, вдруг там сама не хочу. Ну, можно пробовать. Смотрите, как мы все здорово читаем. И написать парочку чего-то прекрасного на новинку дня. Так, ну вот я, значит, вот о чем. Ну, дальше продолжаю читать на новинку дня. Чтобы в этой рубрике что-то появилось. А что тут у меня рубрика-то была новинка дня? Что там было? У нас тут такие новинки. Так, значит, можно пожелание кому-то или всех, или всем. Можно любовь или юмор, или отразить мгновение. Ну, в общем, все то, что мы умеем делать. Делать умеем. Так, какую форму взять? Неопробованную. Ну вот я вдруг вспомнила, знаете что? Я вспомнила, как мы прекрасно писали. Я вот правда не знаю, все ли попали вот на это начало, потому что оно было еще до стихосложения, мне так кажется. Вот где только существительное или только глаголы. Ну то есть можно что-то потворить или в форме, или в теме. Ну вот я написала, ну вот прям... За 3 секунды это не поэзия, но как пример. Утро, день, горшок, пирожок, книжка, песик, тарелка, Катюшка, поцелуи, объятия и кружка, беготня и любовь и подружка. Ну вот, типа такое. Или из одних глаголов. Засмотрелся, смотрю, улыбается. Схорохорился, вижу, нравится. Ну типа так, из одних глаголов, но сюжетное. Так, это я хотела немного посмешить, повеселить где-то. Ну что, теперь послушаем Олино задание. А можно еще одно? Прекрасное задание. Все, достаточно. Другого не надо. Можно еще одно стихотворение ироничное прочитать? Давай. Давай. Раздухарился я. Стихотворение называется «Посещение». Слетел архангел мне, как будто бы во сне, как будто невзначай.
как будто не ко мне. Заваривал я чай, и будто бы внутри, и как-то я вовне, архангел мне сказал: пока и не скучай, вы не допили чай. Вот взял и улетел. И как-то невдомек, чем небо я допек, чего он прилетал, и чай мой пить не стал. Подумал мне намек: не выпендривайся. Да, ну, где-то, мне кажется, я его, ой, ну вообще, там в нем и юмор, и вот эта игра, вот этого слова чай, там невзначай, не скучай, ну прям вообще бесподобно. Так, а я вот какое-то открыла Валентина Мешкова. Твоя мечта летит к тебе издалека. Мечту рисуешь на клочке листка и вспоминаешь вдруг себя, ученика. Впервые подарил девчонке розу, неловко посадил себе занозу, от неожиданности высказался прозой. И на листке внезапно появилась нотка, как чудная волшебная находка. Из-под пера тобой любуется красотка. Ну, тоже просто вот какой-то вот, ну, прямо игривость вся. Спасибо, спасибо, спасибо нашей драгоценной Ольге Грибановой. Не только сплотила, научила. Я, где-то у меня были стихи. Но если бы не Оля, я просто не знаю, что у меня за бестолковость. Вы знаете что? Я до каких-то прям самых-самых вот последних дней, вот, может быть, ну, может быть, пары недель, я как-то вообще не считала свои стихи за стихи. Я прям очень сильно вообще сомневалась. Вот я стеснялась. Куда-то выставлять там, я, по-моему, и сейчас, но сейчас уже пошла, какую-то смелость я обрела. И поэтому вот даже вот сегодня, когда кто-то даже на Веры Город стихи сказал, что это не я ли, то вот вам, пожалуйста, для самооценки. Ну, в общем, есть у меня какое-то стихотворение, я его сейчас вряд ли найду, потому что куда-то где-то оно брошено. Вот, оно как раз о том, что, ну, кто бы мог подумать еще полгода назад. То есть могла ли я подумать, что я смогу писать стихи? Я, можно сказать, об этом мечтала с самого детства. Я вам рассказывала, что у меня папа умеет на ходу как-то сочинять. Но он больше такие, юмористического плана. Вот, и я все время это считала, что это просто Богом подаренный талант, а это другим не дано. У меня где-то и в стихах так же. Вот, и вдруг все же Оля смогла. Вот, как-то вот смогла, что и ловится это. Иногда само идет, иногда мысль сначала появляется, и потом хочешь ее как-то по-разному. Но получается красиво, самое главное, душе просто удовольствие. Вот, поэтому спасибо нашей главнокомандующей, нашему главнокомандующему. Спасибо. Ну, давайте тогда встречаться по пятницам вот так вот, пока я еще не набрала материал на новый блок, наберу, продолжим теоретические занятия. А сейчас давайте вот так вот встречаться в скайпе и все. Да. И читать. Вот я очень поддерживаю эту идею, потому что вот хочется делиться. У меня так много стихов, которые вы еще не знаете. А вот, я вам еще нарою стихи, которые вы тоже не знаете, свои собственные, то есть ваши. Сегодня у меня было, это подарок был, когда я вдруг начала, что называется, я прям не знала. Я единственное, что по времени тут я давно как-то вот не занималась этим, вслух чего-то не делала. Вот, и я боялась, что это как бы не получилось затянуто. А в принципе, если так разобраться, стихи, они же, там они полминуты занимают одно стихотворение. Вот, а стихов прям, ну, очень-очень. И свои, и не свои. И вот эти, ну, какие-то, прямо не знаю, я в музыку этих стихов попадаешь и никак. Вот поэтому сегодня и было такое. Вы не читали возмущение, которое я высказала Ольге? Ну, Ольга, слава богу, сразу где-то поняла. Это оно ржачное было начало, что где ж вы видели такое? Да это ж ужас какой-то. Не читали? Где эта наша переписка начиналась, из-за чего и мысль-то пошла, что давайте тогда я это сделаю. Потому что, ну, просто это я написала. Как же это предложение есть? А нет, подожди. Ну, я просто хочу для смеха. А, нет, что-то никак у меня не получается это увидеть. Никак. Вот, ну, ладно.
хотим Ольгу, хотим Ольгу. Вот, что ж ты, ну, начинала я с какого-то возмущения, да что же это за, ну, за беспредел такой, ну, что хочет, то творит. Тут, блин, ждешь надеждой на пятницу. Счастье. Тут бак, вторая смена. Да. Это и меня Валера поддержал, что это правда, но ни в какие рамки. Да, Валера? Ждал, ну и взрыдал. Так, ну ладно, большое спасибо всем нам. В следующий раз оставим тоже. Спасибо большое. Так, домашнее задание выполняем, чтобы был у нас контент. Сейчас посещаю вебинар. Контент наполняем. Валя, в чат напиши еще разочек. Ладно. Задание. Как бы и помимо этого пишем все равно, что придет на ум. Наташа, пришли мне твой стишок. Обязательно мне пришли. Прям в личку забросим. Ну все, счастливо, мои хорошие. Ну все, да, счастливо, пока. Спасибо. Всех нежно обнимаю. Девочки, я вас люблю. Спасибо, все нежно обнимаемся, друзья. Ну, честно, прям вот друзья, молодцы мы. Так, ну все, выхожу, пока.